Здравствуйте, в эфире программа «В фокусе» и я ее автор и ведущий Иван Ждакаев. Каждую неделю я собираю самые интересные публикации мировых СМИ об Азербайджане и рассказываю о них вам. В этом выпуске. Кризис в Ереване. Почему Пашинян обвинил в госизмене сепаратистов из Карабаха? 5 шагов к миру. Америка предлагает подтолкнуть Ереван к дружбе с Баку. Политика на полях футбола. Мхитарян не поедет в Баку, объяснив это очень личным решением. Вашингтон должен вмешаться в урегулирование карабахского конфликта, взяв на себя активную роль миротворца. Об этом говорится в статье аналитика Роба Сабхани, опубликованной во влиятельной американской газете Washington Times. Члены Конгресса США имеют историческую возможность помочь положить конец этому 30-летнему конфликту и продвигать американские интересы в стратегически важном регионе Ближнего Востока. Вот 5 шагов, которые может принять Вашингтон для прекращения конфликта. Во-первых, американский Конгресс должен дать президенту Трампу разрешение на использование всего дипломатического и экономического арсенала Америки для разрешения конфликта. Во-вторых, нужны меры укрепления доверия между странами. Ну, например, мог бы подойти товарищеский футбольный матч между сборными Армении и Азербайджана. Правда, провести такой матч надо в Вашингтоне. В-третьих, основные принципы мирного соглашения должны включать следующее: вывод армянских сил с оккупированных территорий, развертывание миротворческих сил, возвращение перемещенных лиц и наивысший уровень автономии для армян Нагорного Карабаха. В-четвертых, США должны подготовить пакет мер по постконфликтному экономическому восстановлению. Для обеих сторон должны быть определены дивиденды мира, но особенно для народа Армении, где новый лидер пообещал экономическое развитие. Таким вот дивидендом может стать, например, высокоскоростное железнодорожное сообщение между Тбилиси, Баку и Ереваном. Наконец, пятое. Было бы полезно, если бы Конгресс США сотрудничал с парламентом Франции, который имеет глубокие связи с Арменией. Это могло бы подтолкнуть Ереван к миру. А в самой Армении тем временем снова скандал и политический кризис. После освобождения из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна переругались все – действующий премьер, суды, да еще и руководители карабахских сепаратистов. Неожиданное решение по Кочаряну вызвало кризис как внутри страны, так и за ее пределами, констатирует издание «Евразия.нет». В постреволюционной Армении всегда существовала опасность, что Пашинян, будучи не в силах добиться быстрых или устойчивых преобразований в стране, скатится к популизму, который привел его к власти. Так и случилось, написал в своем твиттере сотрудник американской правозащитной организации Freedom House. Напомню, что, собственно, случилось. 18 мая суд распорядился освободить Кочаряна, которого обвиняли в насильственном разгоне протестов против фальсификации выборов в Армении в 2008 году. Он был отпущен под личные гарантии бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Этим решением недоволен премьер Армении Никол Пашинян. В ответ он призвал своих сторонников окружить здание судов, заблокировать все входы и выходы. Таким образом, он вступил в конфликт не только с судебными властями страны, еще и с Нагорно-Карабахскими сепаратистами. Этот шаг премьера подверг его резкой критике с разных сторон. Политолог из Бирмингемского университета Геворг Асканян написал в Твиттер, что поведение премьер-министра, цитата, «недопустимое посягательство на независимость судебной власти». На призыв Пашиняна блокировать суды откликнулись около 1100 человек. Они окружили 11 судебных зданий по всему Еревану. А сам премьер выступил в прямом эфире с разъяснениями своего призыва. Армянский народ воспринимает судебную власть как пережиток старой коррумпированной системы, где постоянно плетутся и осуществляются заговоры против общества. Заодно Пашинян атаковал и власти Нагорного Карабаха, обвинив их в заговоре и государственной измене. Якобы сепаратисты собираются передать Азербайджану часть территории и возложить на него, то есть на Пашиняна, ответственность за эту передачу.
Чем кончится война Пашиняна с карабахскими сепаратистами, неизвестно. Но вот если раньше карабахский вопрос объединял армянское общество, то теперь сепаратистский регион стал поводом для раздора. Или, как говорят в Ереване, контрреволюции. История вокруг футболиста Генриха Мхитаряна превратилась чуть ли не в дипломатический конфликт. Поедет ли армянский игрок Арсенала на матч в Баку? Или пропустит ее? Этот вопрос решался на уровне послов, министерств, целой футбольной лиги. В итоге официального повода не нашлось, и в качестве причины пропуска называется очень-очень личное решение самого Мхитаряна. Главный тренер Арсенала Унаи Эмери сказал, что Мхитарян поговорил со своей семьей и решил не ехать. «Это очень-очень личное решение», — добавил он. Напомню, вопрос об участии Мхитаряна в финале Лиги Европы, который пройдет в Баку 29 мая, решался уже несколько дней. Главный вопрос со стороны клуба «Арсенал» — сможет ли Азербайджан обеспечить безопасность армянского футболиста в Баку? Ответ на этот вопрос давался неоднократно и по линии МИДа, и по линии Министерства спорта. Даже УЕФА заявила, что доверяет мерам безопасности, разработанным в Баку. Работая совместно с «Арсеналом», УЕФА запросил и получил заверение относительно безопасности игроков в Азербайджане от высших органов власти страны. В результате этих гарантий был разработан и передан клубу комплексный план безопасности. «Арсенал» признает усилия, предпринятые УЕФА и правительством Азербайджана. А мы уважаем личное решение игрока не ехать в Баку. Даже тренер «Арсенала» Унаи Эмери признал, что верит гарантиям Азербайджана, однако Мхитарян все-таки решил не ехать. Почему? Возможно, дело тут не в безопасности, а в политике, считают в Министерстве иностранных дел Азербайджана. Заявление МИД Армении о наличии факторов, препятствующих игроку футбольного клуба «Арсенал» армянского происхождения посетить Баку, свидетельствует о попытках из-за внутриполитических проблем превратить спорт в инструмент политики. Участие МИД Армении в подобной игре вызывает лишь сожаление. К сожалению, Армения использует игрока «Арсенала» армянского происхождения в своих провокационных целях. В Азербайджане начался сезон сбора виноградных листьев для долмы. Об этом репортаж на российском телевидении. Виноградные листья рвут руками. Снять с веток их можно сколько угодно. Главное, не повредить саму лозу. Работать на винограднике хозяйки начинают утром. Листья для долмы должны быть молодыми и зелеными. Лучше всего подходят листья белых сортов винограда. Они богаты витаминами А, В и С. Сбор начинают с середины мая и продолжается он всего 3 недели. Потом листья становятся жесткими. Собранные в мае листья винограда могут храниться в рассоле или, как говорят хозяйки, в сухую. Листья плотно скручивают, помещают в стеклянную тару и закатывают. Главное, чтобы внутри банки не осталось воздуха. Виноградные листья – главный ингредиент, ну а еще обязательно нужна баранина, круглый рис, 2-3 головки лука, кинза, укроп, мята и соль по вкусу. А главное, помните, настоящая долма только из виноградных листьев, собранных в мае. И желательно в Азербайджане. На этом у меня все. С вами была программа «В фокусе» и я, ее автор и ведущий Иван Ждакаев. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о самых интересных публикациях мировых СМИ об Азербайджане. Увидимся на следующей неделе.